Я задаю себе вопрос один не раз. Что с трепетом отзывается в сознании? Где я могла бы быть теперь, сейчас, если б Христовых не увидела страданий? Если б мой крик, то страшное распни, звучал сильнее голоса с Голгофы. И если б мало было той любви, что грех невинную смывали кровью. О, это было много лет назад, но перед глазами вижу так же ясно, нет, не ликующий весенний сад, а крест Голгофы от крови весь красный. Я пробиралась сквозь зловещую толпу с одним лишь только намерением, мыслью, на преданного всеми хоть взгляну, кто этот человек, что поплатился жизнью. Чем ближе подходила я к Христу, то голос со креста звучал сильнее. И неожиданное «Я тебя люблю» вдруг вырвало у сердца недоверие. «Меня любить? За что? Не понимаю. Тебе я огласила приговор. Другие за такое не прощают, другие отворачивают взор». И в той толпе «распни!» кричала я. «Как можешь ты любить меня за это? А со креста, ведь здесь я за тебя, за всех людей, живущих на планете. Ты подойди поближе, сделай шаг, не бойся прикоснуться к моим ранам. Я здесь, чтобы в душе твоей развеять мрак. Я имя начертал в твоих надланях. Я от грехов хочу тебя омыть, зажечь огонь в душе неугасимым и ярким светом душу озарить. Хочу назвать невестою любимой». Стояла я, и вдруг в глазах увидела слезу и кровь, струящаяся из пронзенных рук. За всех на крест пошел, не побоявшись. Так почему толпа кричит «распни»? Зачем бросают жалкие угрозы, вместо того, чтобы взывать «прости», вместо того, чтобы разделить с ним слезы? Вопросы задавала я себе. Меня вдруг обожгло печальную мыслью, ведь я стояла тоже в той толпе, в тот час, как за грехи платились жизнью. Мне захотелось ближе подойти и сделать шаг, свой грех осознавая. Нет, не замедлю, о Господь, прости. А со креста я все тебя прощаю. Меня Христос любовью окружил. Я все в слезах стояла на коленях. У ног Его нашла душе я мир. У ног Христа я обрела прощение. Однажды это было все, но я все чаще о Голгофе вспоминаю, о тех страданиях, муках за меня, я эту встречу в сердце сохраняю. И тот вопрос я задаю себе не раз, и вдруг ответ рождается в сознаниях. «Распни!» — кричать могла бы я сейчас, если б Христовых не увидела страданий. Мой друг, сегодня голос со креста тебя зовет на вечную дорогу. Так пусть же не молчат твои уста. Приди скорее к Богу. Аминь.